Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine Flächennachrichten, oder? Keine. Was war das? Das ist alles. Ich will nicht daran denken. Фон Айзенберг был пунктуален и даже не подумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной. Они были как на ладони. Одно нажатие на курок и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была окружена зданиями. Так что о ветре можно было не беспокоиться. Я задержал дыхание, чтобы прицелиться, а затем... Огонь. Thank you.
Айзенбергом было покончено. Но я понимал. Теперь и немцы, и русские знают о моем присутствии. Оставалось еще четверо. Разведка передала мне мою следующую мишень, доктора...